В Adobe Acrobat надо посчитать, на какой странице ставить печать. Вот у нас трехтомник Ригведы, и одна и та же страница находится на разном расстоянии от начала. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вот седьмая страница служебная, вот туда же можно поставить водяной знак, добавить водяной знак. Я здесь заранее выбрал картинку. Точнее здесь ничего пока не выбрано. Вот. Но если бы я начинал сначала, все, вот тут файл, обзор, и выбираю PDF файл, который содержит печать. А так я беру здесь уже заранее сохраненный. Вот, если бы я здесь нажал сейчас, печать возникла бы на пятой странице. Но это слишком незачем. Вот, поэтому параметры диапазона и меняем 7-7, то, что мы вручную посчитали. 7-7, вот, собственно, этот файл, он подхватывается, идем на седьмую, да, все отлично, ничему не мешает. Здесь задана некоторая прозрачность, а здесь расстояние от угла, вот от этого угла расстояние, вот мне полностью все устраивает, окей. Нажимаем сохранить, ну, собственно, это и есть весь процесс простановки печати. А здесь потом сохранены метаданные, их отсюда можно достать. Вот, то есть, что это за файл такой. Так я проставляю watermark в Adobe InDesign.